Руками чапаць можна. У Магілёўскім абласным краязнаўчым музеі імя Еўдакіма Раманава праходзіць інтэрактыўная выстава «Эксперыментус». Паветраная пушка, аптычныя ілюзіі, вынаходніцтвы Леонардо да Вінчы і Міколы Тэслы. Больш за 100 экспанатаў ператвараюць фізіку ў цікавую гульню. Інтэрактыўная выстава ў Магілёве ў другі раз пачынаецца напроста з вуліцы. Арганізатары павялічылі колькасць экспанатаў, так бы мовіць, абкаталі экспазіцыю па Беларусі. Могилев наш первый город, и мы попробовали свои силы, и оказалось, что все можно, и нас очень приняли хорошо, и мы пошли дальше. Сейчас вот вернулись. Угу. А с каким пополнением вернулись? Ну, у нас тогда было 50 экспонатов, а сейчас 113. Узаемодеяние с экспонатами витается, за выключением нешматликих экземпляров. Проверить, как крутится земля маятником Фуко, и выпробовать установку Миколы Тесла, малые становятся экспериментаторами, а дорослые узгадывают школьное детинство. Хотелось бы, чтобы во время уроков физики нас привели на подобную выставку, и вот такие интересные, наглядные предметы и материалы нам показали. Потому что сугубо теория – это никогда не интересно, на практике все намного интереснее. Зразумець фізічныя законы шляхам уласнага эксперыменту. У свой час хлопцы з Мінску загарэліся ідэяй стварыць выставу, дзе б можна было дакрануцца да вынаходніцтваў Леонардо да Вінчы ці Піфагора. Мы живем и не задумываемся о том, что, например, мы ботинки завязываем за там 20 секунд, да, а на самом деле вот попробуйте завязать ботинки двумя вот так вот щипцами и посмотрите, сколько это у вас займет времени, и вы тогда поймете, что такое автоматизм. И что... Я этим не занимаюсь. Заняться доследованиями и экспериментами можно на протягу лета. Выстава у Могилеве будет працевать 2 месяца. Снежана Крыжевич, Татьяна Дмитриева, Миколай Соболев, Новини регион.